В Киеве прошло факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В центре города собрались около 1000 человек. Участники мероприятия несли баннеры с надписями «Наша религия – национализм, наш пророк – Степан Бандера». Во главе колонны несли портрет лидера организации украинских националистов. Это шествие сопровождалось ритмичной игрой барабанщиков, так что, похоже, это все было на военный марш. Колонна с горящими факелами прошла от парка имени Тараса Шевченко по Крещатику и все завершилось на площади Независимости. Здесь собравшиеся спели украинский гимн. Киевская полиция сообщила, что за порядком следили 700 правоохранителей. Такие же шествия прошли и в других крупных украинских городах, в том числе и в Одессе. Однако там все было не так мирно. В Одессе началась драка, и вот чтобы ее остановить, пришлось вмешаться полиции. Стычка началась после того, как один из прохожих выкрикнул оскорбление в адрес Степана Бандеры. Мужчина этот отделался разбитым носом.